Здравствуйте, Артем. Поздравляю вас с очередной победой на московском марафоне. Это уже, по-моему, становится традицией для вас. Второй год подряд, и все-таки практически один и тот же результат. Ну, чуть-чуть вам немножко не хватило до прошлогоднего результата, практически вашего личного рекорда, да? Но все равно в этом году, по-моему, 2.14 и 12, да? Да. Это, по-моему, один из лучших результатов сезона в стране. Просто не помню. Второй результат. Второй, да? Ну, то есть вы довольны вот сегодняшним своим состоянием, да, и этим марафоном? Я доволен сегодняшним своим результатом, так как у меня подготовки было очень мало, на подготовку очень мало времени было. Я как бы за две недели начал собирать эту всю подготовку, было тяжеловато. В конце более-менее собрался уже и как бы понял то, что я могу побороться за призовое место. А так получилось, я опять оказался сильнейшим. Артем, а что вот как бы этот сезон, как вы оцениваете, насколько он был трудный, все ли получилось, или все-таки какое-то чувство досады, там, допустим, неучастие в стартах международных? После Волгоградского марафона, чемпионате России, да, у меня настал какой-то тяжелый период в плане тренировок. Тяжеловато мне тренировалось. Видимо, я там выложился сильно, на жаре перегрелся, скорее всего. И где-то месяца, наверное, полтора-два точно отходил от него. И вот как бы к осени более-менее только отошел. Ясно. Артем, ваши планы? Сезон заканчиваете или где-то да, еще попробуете себя? Все, сезон заканчиваю. У меня очень много стартов было. Сколько будете отдыхать? Бывает полгода, бывает несколько месяцев. Но я имею в виду отдыхать в тренировочном режиме. Пассивный отдых у меня будет. Такого как такового отдыха-то не будет. Будет пассивный, активный отдых. Там небольшие пробежки. Ну а когда будет примерно старт? Сколько там будете перерыв брать? Соревновательный. Еще раз вопрос. Соревновательный прорыв, ну, когда он закончится? Ну, когда начнутся старты? В будущем году планируете, когда примерно? Весной планирую. Ну, где-то март-апрель, да? Ну, если в России проведут в марте-апреле, побегу в марте-апреле. Ну, в Сочи, например, может быть, там что-то проводят. В Сочи идеальный вариант, да. Бежать полумарафон там. Ясно. Ну, то есть, в принципе, я так понимаю, что настроение сегодня такое немножко получше, поскольку все-таки сезон был тяжелый, но на такой позитивной ноте. Да, вот это мне вообще очень сильно радует. То, что я закончил на позитивной ноте этот сезон. Чтобы открыть как бы новый сезон уже более таким, более энергичным, да? Да, так точно. Тогда удачи вам, чтобы у вас все получилось так держать. Ну и ждем уже ваше участие в международных стартах. Я думаю, что это уже не за горами. Спасибо. Удачи вам. Спасибо.